Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике покажу, как я обещал, как дальше делаю крышу для времянки. Итак, закупил брус 15 на 15 на 6 метров. Верхнюю часть прокрадываю брусом, положил его, швы, где особенно были щели приличные, все пропенил пеной. Брус прибил 30 сантиметров гвозди. То есть на углу сделал, ну, впас. Вот видно. Крыша будет скат вот сюда доходить, и потом вот сюда пошел. Брус прокрадывал вот с трех сторон. Ту сторону я, как бы, где крыша, я там не прокрадывал. Там потом будет маленько по-другому сделано, там будет утепление еще. Также закупил доски на стропила 4 сантиметра на 15 сантиметров длиной 6 метров и для потолка 22,5 сантиметра на 15 сантиметров также на 6 метров. Итак, теперь выставляю стропил. Когда стропила делал, я его поставил, приложил к брусу, посмотрел, как надо выпилить одно, выпилил, приложил, все, как бы все нормально. Дальше уже от него делаю остальные. Прикладываю доску следующую, отчерчиваю и дальше также выпиливаю. И так вот 8 стропил у меня будет. Так вот все я сразу выпилю, подготовлю. От вот этого края выравниваю, так как это будет у нас видимый край. Тот край, он идет как бы туда, за крышу. Так, далее. Сейчас вот дальше буду выставлять стропила. Стропила будут прибиваться к вот этим вот, ну, к старым стропилам от крыши, от основного дома. Все, вот они будут вот так прибиваться в целях того, чтобы все было ровно. Вот натянул к шнурку от первой стропилины до вот второй стропилины на концах, чтобы все остальные стропилы, они были как бы в один уровень. Ну, не, они, может, не в уровень будут, но, по крайней мере, ровно будут. Ну, а здесь, так как вырезаю одинаково у всех, то высота здесь будет везде одинакова. Ну, все, стропила выставил, доски для черепицы, чтобы ее прикручивать. И все, сейчас уже черепицу укладываю. Кратко идет с вот этого нижнего ряда и верхний подрезается, так как крыша немножко неровная. Вот здесь вот 2,50 идет, а вот эта часть 2,60. Но здесь еще не полностью доски прокинул, потому что, ну, смотрю, чтобы попадало под вот эти вот, под шурупы, чтобы не промахнуться, то есть саморезы вот сюда вкручиваю, вот в эти места. Ну вот, в общем-то, и все. Крышу доделал. Ничего особо сложного нету в этом деле. Вот что получилось. В принципе, все ровно вышло. Делал один. В общем-то, если кто-то собирается сам все это делать, можно не бояться все это. Даже у одного спокойно, хотя я и первый раз это все делал. Но здесь все подпилил. Сейчас все это зашьется. Поставятся окна. Ну, а там уже будет видно, как и что. Ну, вот здесь вот еще ОСБ плитой дошить до конца. И пока это на зиму, видно, уйдет. А там уже, ну, в смысле, еще окна поставим. Пластиковые двери. А, ну и получается, я тут как по-хитрому уже сделал это. Я же не стал веранду крышу снимать. Она еще осталась у меня. Так, вот сейчас вот мне надо будет еще
снять вот эту вот крышу, то и тогда уже буду вот утеплять еще, потом покажу, как дальше.